Надежность конструкции АК-47 имеет по-настоящему мировую известность за свою способность функционировать в любых условиях, и мы хотим провести эксперимент. У нас есть полностью автоматический АК-47, и мы спросили вас в Инстаграм, что же нам засунуть в него перед стрельбой, чтобы его остановить. И, друзья, вы посоветовали по-настоящему странные вещи. Но я не из тех, кто сдает назад, и сегодня у нас есть то, что вы предложили запихать в наш АК-47, и мы это сделаем. Но меня всего забрызгает, так что если кто-то из вас сомневался в моей любви к вам... Я одел свое тактическое пончо, пора уже испачкаться. Правила таковы. У нас есть полностью автоматический АК-47, это экземпляр, готовый к продаже. Я сниму крышку ствольной коробки и по очереди буду пихать внутрь все то, что вы предложили, для того, чтобы он уже не смог стрелять. И это должно быть довольно весело. Я до этого никогда не делал таких странных и извращенных тестов надежности. Но все это мне кажется забавным. Остался только один вопрос. Сможет ли АК? Первый в списке — сырный соус. Великолепный источник кальция. Посмотрим, сможет ли он остановить наш АК. Уместно будет задать вопрос. Сможет ли АК? Да, предполагается, что это обыкновенный сырный соус, но в данной ситуации вообще не похоже. Просто выдавим его внутрь. Ну что же, сыр внутри, поехали. О да, он весь забился сыром, и будет нелегко его оттуда вычистить. Но сырный соус... АК смог. Банан. Великолепный источник калия и магния. Но вот вопрос. Сможет ли АК? Сейчас я очень красивый, аппетитно туда его... Очень хорошо. Банановый тест через 3, 2, 1... Да, АК смог. Черт побери, мой сэндвич с ветчиной снова упал в мой АК. Сейчас мы увидим, кто сильнее, сэндвич с ветчиной или АК. Сэндвич с ветчиной. Сможет ли АК? Тест сэндвича с ветчиной через 3, 2, 1. Сэндвич с ветчиной. АК смог. И всю эту еду я предлагаю залить пивком. Промоем его немного. И чем я только не занимался ради вас, парни. Следующим пунктом идет то, что вы больше всего рекомендовали по непонятной причине. Мишки Гамми. Эти малютки уже 3 месяца как просроченные, так что у них есть приличные шансы остановить наш АК. Посмотрим, что получится. Мишки Гамми, сможет ли АК? Я думаю, это очень сложное испытание, потому что они заполнили все внутри нашего АК. Посмотрим, что получится. Тест Миши Гамми через 3, 2, 1. Я почувствовал, с каким трудом двигался боёк. Я думаю, там... Да, там внутри застрял Мишка Гамми. Застрял внутри ствольной коробки, и я чувствовал, что боёк двигается очень медленно. И уже начал переживать. Но нет, все работает. И последнее, тоже довольно часто рекомендуемое вами, бутерброд с арахисовым маслом. Итак, хрустящее арахисовое масло, сможет ли АК? Многие, конечно, не знают, но АК как раз и задумывался для арахисового масла. В наборе для его чистки есть отвертка, которую можно использовать как ложечку для арахисового масла. Наш эксперимент становится все более и более напряженным, потому что мы не можем вынуть все предыдущие остатки еды. И все это превратилось в огромную смесь сырного соуса, Миши Гамми, арахисового масла, сэндвича с ветчиной и дешевого пива. Вот так. Этот ствол каждый раз, когда мы будем стрелять из него, он будет пахнуть едой. Извиняйте, но нам приходится использовать фонарик айфона. Мы не заметили, как пролетело время. Дело идет к зиме, и солнце стало садиться раньше. Последние выстрелы из АК, наполненного арахисовым маслом. Тест арахисового масла через 3, 2, 1. О, да. Прекрасно. Изобилие протеина. Каждый АК переварит любой вид боеприпасов, но люди не понимают, что их АК нужен хороший источник протеина. Арахисовое масло, дамы и господа, очень хрустящее. Мы отлично повеселились, АК показал себя великолепно, как мы и ожидали, но нам нужны еще предложения от вас.
Потому что я с удовольствием проведу такие тесты еще. И если у вас есть идеи, что можно сделать еще, пишите их в комментариях. Мы любим читать ваши комментарии. Подписывайтесь на нас в Instagram. Там мы размещаем много подобных опросов, пытаясь понять, какой контент нам делать дальше. Если хотите участвовать в опросе, вы найдете его там. Спасибо вам, парни, за просмотр. И, пожалуйста, пишите свои предложения в комментариях. Мне очень интересно, что вы предложите туда засунуть, кроме банана и прочего. И ради всего святого, прекратите предлагать мне засунуть туда свой член. Я не засуну туда свой член, потому что, во-первых, меня снимут с монетизацией, и, во-вторых... Итак, пора уже заканчивать видео. Пожалуйста, попросите свою прабабушку подписаться на меня, и увидимся в следующий понедельник. Банановый тест. Сможет ли банан?